Российское посольство в Великобритании распространило предупреждение, в котором говорится, что надо избегать мест массового скопления людей, в частности, карнавала в Ноттинг-Хилл в Лондоне. Заявление было сделано в связи с последним инцидентом. В пятницу вооруженный мечом исламист напал на полицейских неподалеку от Букингемского дворца. Все произошло на глазах у многочисленных туристов. Это место одно из самых популярных в британской столице. Трое патрульных получили ранения. Скотланд-Ярд назвал атаку терактом. В стране действует предпоследний, так называемый серьезный уровень террористической угрозы. Но, по данным прессы, в безопасности опасности не могут чувствовать себя даже депутаты парламента. Боевикам потребуется всего 5 минут, чтобы попасть внутрь здания, в частности, со стороны Темзы. Это выяснилось в ходе учений. Между тем, бельгийские СМИ сообщили, ответственность за недавнюю атаку на военный патруль в Брюсселе взяло на себя запрещенное исламское государство. Злоумышленник сомалийского происхождения был ликвидирован.